14 июля, утро. Подъездная дорога на президентский мост со стороны правобережья Ульяновска. Здесь легковушка ВАЗ-2111 влетела в находящийся на обочине грузовик. К слову, сломавшийся фургон из Кирова на этом месте стоит с начала апреля, и его водитель никак не может починить. Подвесной подшипник сломан и крестовина. То есть покупал запчасти, привозил, они не подходят, не тот размер. То есть на третий раз вот сейчас приехал, чтобы забрать торговый бал целиком в сборе, увезти в Свердловск, чтобы в магазине подобрали полностью. Вячеслав Шуклин добавил, удар в его грузовик был такой силы, что он упал со своего спального места в кабине. В результате два пассажира легковушки погибли на месте, еще один пассажир и водитель получили ранения. Алексей Матюнин, репортер 73.